Уважаемые друзья, все мы с вами знаем, что Россия обернулась лицом к Азии, и это на десятилетия. А одна из величайших культур Азии, как всем известно тоже, это Индия. И вот в РУДН имени Патриса Лумумбы на факультете гуманитарных и социальных наук объявляется небывалая магистратура «Философия Индии в контексте религии и культуры». Она продлится 2,5 года. Поступать можно до 25 августа, то есть в текущем месяце. Что она предполагает включить в себя? Здесь есть 5 блоков. Во-первых, собственно, философия. Все 5 семестров идет курс по индийской философии. Помимо общего курса, есть курсы по индийской логике, по индийской лингвофилософии. Подробно разбираются отдельные школы философии, ну, например, школы веданты, йога. Ряд курсов посвящен буддийской философии, ну и так далее. Далее, литература Индии, очень тесно связанная с философией и с религией. Но достаточно сказать, что религия Индии проникала за рубеж, прежде всего, в обличии эпоса Рамаяны и Махабхараты. Так вот, будет курс и по эпосу, и по индийской авторской литературе, и по литературе не только на классическом языке санскрита, но и на других индийских языках, вплоть до нового времени, до начала колониального периода в эпохе существования Индии. Далее, языки. Во-первых, классический, обязательный для всех, общеиндийский литературный язык, можно сказать, сверхязык, это санскрит. Для тех, кто желает специализироваться в области философии и религии в буддизме, добавляется на основе санскрита курс пали, языка южного буддизма. Из двух современных языков можно выбрать это тамильский язык с огромной историей, важнейший язык Южной Индии, и хинди, важнейший язык Северной Индии. Ну и, наконец, конечно, тоже на выбор из двух языков – английский или больше упор на немецкий, поскольку английский, как мы предполагаем, в значительной степени многим известен. Далее – искусство, изобразительное искусство, архитектура, скульптура, миниатюра. Это касается как доисламской Индии, отдельные курсы об этом, так и того периода, когда в Индии уже расцвел ислам, и там будет особый упор сделан на живопись, на миниатюру и на архитектуру. Ну и, наконец, религия. Помимо основного курса по главным религиям Индии, то есть по вариантам индуизма, по буддизму, можно будет прослушать ряд курсов по менее распространенным, хотя вряд ли менее значимым вариантам индийской духовности. Ну, например, по джайнизму или по течениям бхакти в вишнуизме и в вишнуизме, по тантризму, по шактизму и так далее. Все это, как мы полагаем, да более того, мы уверены, даст панорамную картину индийской цивилизации, ее корней, ее главных смыслов, что позволит тем, кто успешно освоит наш 2,5-годичный курс, кто успешно напишет курсовую работу и защитится, работать в желаемой области по всему широкому спектру, который был обозначен, а также без труда совершенствовать свою квалификацию, будь то в литературе, в языках, в философии, и при охоте к тому становиться на путь научной деятельности. А может быть, и для чего-то другого. В конце концов, предлагаемые курсы дают, ну, я бы сказал, редкую возможность общего развития, что так ценно в нашу эпоху, когда все зыблется. Поступайте, мы будем вам рады.